Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снимаемся в кино. Вовчик, твое мнение, как тебе съемки? Слушайте, мне очень нравится, конечно же, режиссерская задумка, мне нравится актерский состав. Ну что ж ты врешь, я же вижу. Нет. Ой, какой врунишка, но все же такая хорошая команда, дорогие друзья. Я согласен. Андрей, один вопрос. Чем занимается второй оператор? Я не знаю, вы застали меня врасплох, мне нужно работать. Не устал ли ты сидеть в тачке? Нет. А почему? Не знаю, я просто профессионал. Ой, вы посмотрите, какая булка с сыром. Господи. Котеночек. Мне уже кажется, что я налажал свои первые должности. Даже ты так спешишь со съемок нашего чудесного кино. Я еду на 5-дневный отдых. А скажи, пожалуйста, как долго ты готовился к этой роли? Пришлось все-таки над ней как-то поработать, найти, так сказать, зерно сначала. И потом вот родилась полноценная работа, которую вы сегодня увидели. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень интересная вещичка. Я прям в шоке. Что за прелесть? Ребята, покупаем билеты и ставим всем оценку 10 на Кинопоиске. Спасибо.